Ждем минуту. Так, открываем. Смотрим. 0,99 импульса в секунду. Ну, в общем, до одного подскакивает. 6 микрорентген в час. Ну, 6,6 максимум. Теперь то же самое, но с водичкой. Дозиметр. Заливаем воду. До самого верха. А больше и воды нет, только так. Вот. Ну там как раз за 1 миллиметр от слюды вода получается. Вот водичка. Останавливаем слюдяной СБТ-10А. Обнуляем. Закрываем домик. И ждем. Так, смотрим. Что там у нас? Так. 1,14. 7 микрорентген в час. Вот, немного больше. Но для проверки нужно взять обычную воду из крана, залить и померить на ней, а не на пустой кювете, а с точно чистой водой. Сейчас это сделаем. Так, вот 1,2. Кювета должна быть та же самая. Если взять другую кювету, будет неправильно, другие будут показания. Так, это набрал воду из-под крана. Тот самый уровень, сколько и воды из зоны. Сейчас замеряем. Все установил и ждем. Так, открываю. Смотрим, что у нас с водой. То есть под крана вода. У нас 1,15 импульса в секунду. 7 микрорентген. Точно так же, как и вода с зоны, из колодца. Это по той причине, что в воде хорошо растворяется газ радон. И в водопроводной воде, и в любой другой, которая на воздухе. Да даже без воздуха, если она в бутылке, сквозь пластик, сквозь резину, проходит газ радон и просачивается в воду. Смотрите, здесь даже 8, а микрорентген сейчас оно подвинем немножко вглубь домика, еще на 0,5 сантиметра посмотрим, или будет меньше. Даже в воде из-под крана больше радона, 7,7 микрорентген, а в воде из колодца просто 7 микрорентген. Вот так, при фоне в 15 снаружи домика. Вот 8 микрорентген вода из-под крана. Теперь давайте пустую кювету замеряем также. Вот, я установил пустую кювету. Закрываю домик. Подождем минуту, замеряем без воды.